Всем привет, и я рада видеть вас на своем канале. Обратите внимание на вот этот куст метельчатой гортензии. Секатора он ни разу не видел, ни разу он не был сформирован. И вот такой вот печальный вид у него. Вот такие мелкие соцветия. Эта информация, наверное, будет, скорее всего, больше полезна для девочек-новичков, которые только начинают заниматься выращиванием гортензии. И часто мне говорят, я ее не буду резать, мне жаль, я не смогу. Вот такое вы в конце получите. Даже не знаю, как это назвать, все загущенное. Больно смотреть на эти растения. Это Анапа, район Субсех, садовый центр, цветущий сад. А дальше смотрите сами. Приехали мы сюда именно по работе. Но, естественно, в планах у меня было посетить какой-нибудь хоть один садовый центр. И уехала я оттуда, знаете, с камнем на душе. Вот такие большие кусты, все поражены клещом. Плюс тут еще и хлороз хороший. Но клеща здесь просто немерено. Любое растение, к которому я подходила, не обязательно это была именно гортензия, все в клеще. Вот так, друзья, до такой степени неухоженный этот центр, все в клеще, честно сказать. Ничего здесь брать не буду, дома своего хватает. Вот такие вот саженцы, длинные, не сформированные, маленькие соцветия, а цена заоблачная, по 4000. В ужаснейшем состоянии, я бы 4000 за такой куст, честно сказать, никогда бы не отдала. А вот дальше спирея, 1000 рублей вот такие кустики, они уже полностью некоторые дальше листву даже сбросили. Попробовала я там грунт, вообще все пересушенные. Ну я не знаю, как за ними ухаживают, поливают, как они их. И 1000 рублей, ну, жалко, очень жалко, нельзя так. Переходим к крупнолистной гортензии. Это, извините меня за выражение, на какого дурака рассчитано? Ни название, ни сорта. А, вон что-то там написано. Фиолетовая. В общем, фиолетовая. Вы поняли? Фиолетовая. 3000 рублей. Офигеть. Я извиняюсь. Грандифлора. Опять же, все не сформировано, все загущено. Тут реально видно, что эти кусты уже росли давным-давно. Лучше бы они уценили и людям дешевле продали. А так, знаете, жадность фрая разгубила, называется. И вот такое растение просто мучается. Вот просто, честно сказать, жалко. Ну что это? Разве это соцветие? Издевательство просто. Я, честно сказать, в шоке от этого центра. Так, дальше мы идем. Это у нас Киушу. Та же самая история. Вот такие соцветия. Ну, тут еще она как-то немножечко себя проявляет. Еще чуть-чуть. Ну, это, походу, Стронг Аннабель. Или просто Аннабель. Угу. 8200. Девочки, смотрите, просто это древовидная Аннабель. 8200. Значит, делаем выводы. Для того, чтобы увидеть у себя в саду шикарнейшие шапки на прочных побегах, мы делаем весной, ранней весной, обрезку хотя бы на 2 пары почек. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока!